Что-то у вас как-то пусто, тихо и скучно. Пушка только крутится. Две пушки. Не понятно, что они так туда-сюда вращаются. Но, видимо, им делать тоже нечего, скучные. Хоть чем-то они себя как-то находят, чем занять. Ни одного патруля. Кто за торпедами смотрит, непонятно. Одна пойдет какая-нибудь, и все, и колю к кораблю. Че из строя двигателей выводить? Знает же, где он стоит. Все. Что-то сопровождающих эсминцев и кораблей я не вижу. Что подлодку будут уничтожать нечем. Думаю, а пока он строится с места, пройдет примерно минут 20, наверное, я думаю. Сколько на нем двигатель разгонять, движки? Запускать и тому подобное. Любая подлодка может подойти и из четырех торпед послать его на дно ко всем чертям. А мы здесь зачем-то шатаемся. Можно было бы здесь где-нибудь радиомаячок установить, короче, и потом следить за этим линкором. Где угодно. Ну чё ты стоишь перед каждой дверью? Дай мне пройти -то тогда уж, раз не хочешь сам проходить. Давай, пошел! Тушь ты британская, пошел! Мне тебя толкать еще, да? Сам не веришь в то, что делаешь. Пошел, 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 пошел. Нет, слишком тихо у вас на корабле, да. Корабль-призрак какой-то. Кракена не вызывали? Давай быстрее, у нас спецоперация, мать твою. Так и война закончится, пока ты дойдешь. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Schmeißer, ему предъяви. Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Да, какой-то капитан Прайс рассказывает по кораблю и. Алло? Алло? Бери оружие и взрывчатку живее. Вдоль этого коридора. Ты мог бы до того, как он позвонит, убрать его нафиг. Даже до этого не додумался, балда. Британское видно. О, здрасте, приехали. Сейчас будет битва в коридорах, а это очень плохо. Куда встаешь? Тебя кто-то просил напрягаться, вставая. Откуда они вылезут, непонятно. Надо быть готовым ко всему в таких условиях. И чё, и куда? Нас замуровали демоны. Нас здесь реально могли бы за... Так, ты фриц. Хрен тут разберешься без пол-литра, реально. Где капитан Прайс? Все, серое, фрицы серые, господи. На фоне стенки, наверное, собственные командиры не видят. Давай. Побежал. Нормально, убил полтора фрица одним выстрелом. Не туда, парень, не туда. Неплохо у вас тут. Кто стреляет? А где Прайс? Куда делся? Так. Превратили Silent Hunter в шутер, да? Зараза. Давай, вылезай. Зритель не ждет. Вылезай и подыкай. Урод. Кого-нибудь не найдется аптечки, господа? Прайс, убери их, иначе я труп. Как-то все неожиданно повернулось против меня. Тихо, 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 есть! Словил? Или просто голову убрал? Словил.
Куда теперь-то? Ёшкин матрёшкин. Размуруйте меня, что делать-то? Хватит уже тут бродить. Вам не кажется? Так, кстати, там были эти. Там, где боеприпасы, была аптечка. Взял ли я ее? Вот в чем вопрос. Нет, не взял. Сейчас возьмем. Прайс! Смотался, говнюк, а? Сам меня здесь оставил, а сам смотался. Ну как с такими в разведку ходить, а? Быдло английское. Господи, где здесь выход-то, а? Отлично. Этого нам еще и не хватало, да. Спасибо. Думал, незамеченным кинешь гранату. Где Прайс? Черт его дери за усы. Где Прайс? Прайс! Урод! Я найду тебя, честное слово. Просто буду карать, когда отыщу. За такое поведение в бою. Этот откуда выперся, непонятно вообще. У этих тоже аптечек нет нифига. Взяли в моду без медпакета ходить в бой. Аптечку мне. Аптечку мне. Кто-нибудь, дайте аптечку. Меня начинает это напрягать. Вот, спасибо. Понимающий парень. Тоже хотел убить, но хотя бы с аптечкой. В руках. Охренеть! Войны клонов, блин. Понаехали тут. Все разом причем. Это не солдат. Где он там? Ага. За это надо перевалиться в последнюю секунду через... Как называется? Хрен знает, как называется, забыл. В общем, через ограждение. Вот теперь я более-менее спокоен. Нифига себе тьма. Я рук своих не вижу с автоматом. Как я буду воевать-то, ё-моё! Успокойся. По-любому не один. Ёшкин матрёшкин! Спасибо! Ну, я так и знал, что. Я так и знал. Ну не было уж никогда такой темноты. Ну откуда взялась такая темнота вдруг, а? Не. Ручные винтовки здесь лучше не использовать вообще. Прямой билет на тот свет. Так, там у него аптечка вывелась, по-моему. Да попал таки, а? Офигеть. А, это второй попал. Чё, переваливаться не думаешь? Да нафиг вас. То есть я ухожу с этой войны, меня заколебало. Со всех сторон лезут. Крысы! Кемперы! Забанить вас нафиг! Убежать хотел от меня на корячку? Не настолько же я медленный все-таки. Сейчас будет дубль 2, я чувствую. Вторая волна. Конечно, откуда ни возьмись, появился фриц.
Сразу спрятаться там, да? Да откуда вы там вообще появляетесь? Роддом у них тут, блин, организовался, я вижу. Это ваше оружие возмездия. Бесконечные матросы? Да ты задрал уже! Спустись отсюда, тварь! Зашкирился в самом темном углу. О, братья-пилоты. Где Прайс-то? Ёшкин Матрёшкин. Я вообще не понимаю, куда он делся. Вряд ли подействует. На радиостанцию подействовал. Вот, вот зашкирился, вот просто от бога. Крыса от бога. Божественный просто шкирятник. Ага. Думаешь, я что-то понял? Огонь! Па-бам! Наверное, так это как-то все происходит. Тихо. Кто там топает? Кто-то определенно топает, а? Кто там топает? Говнюки. Ну, конечно, себе под ноги, зашибись. Мне все еще надо на... наверх. Хорош топать-то, ну. Чтоб ты навернулся с лестницы и сломал себе шею. Терминатор, блин, первого ранга. Ёшкин Матрёшкин! Я показался ли там еще один был? Иди сюда, тварь! Замечательно. Веселье продолжается. Как бы отсюда не навернулся, я чувствую, что для меня это не является чем-то невозможным. Плевать, пошли отсюда. Нам вниз. Сейчас опять будет фрица доставать по пути. Я чувствую. Надо быть осторожным. Так, куда? Сюда? Кто лампочки все спер? Ну... Флот же, ну... Какой дурак! Нарет, что я дурак! Понятно. Не просто так орал. Я взял, выперся просто. Без проверки углов. Да успокойтесь вы уже все. Я надеюсь, с другой стороны там подъема никакого нет. Конечно, есть подъем. А фрицы? И фрицев завезли. Отлично. Кто-то меня убил сзади, как всегда. Йося, Йося. Дубль-два. Бесконечная лестница вниз. Гребаные 10 этажей.